Бресте в уютном зале областного общественного культурного центра прошел торжественный вечер в преддверии Дня медицинских работников. Праздник стал знаком глубокого уважения и признательности врачам, ученым, медикам, младшему и среднему медперсоналу, людям, которые в любое время суток готовы помогать и бороться за жизнь своих пациентов. Лучшие из лучших представителей этой замечательной и очень важной профессии принимали поздравления с их приближающимся праздником от областной администрации и не только. Есть профессии, которые в нашей жизни занимают особое место и особое значение. Без сомнения, День медиков – это тот профессиональный праздник, который, более ярко даже заметен среди простых людей. Очень много в последние годы говорится слов благодарности нашим медикам, и они, безусловно, эти слова заслуживают. И ковидная ситуация – и текущий момент, я скажу так, брестские медики, они занимают достойное место и в республике на очень высоком профессиональном счету. Почетных грамот, благодарственных писем и других высоких наград удостоились десятки медицинских работников Брестской области. Ведь именно эти люди, несмотря на огромные риски, самоотверженно и профессионально выполняют свою работу, борются за здоровьем и жизнь людей. Все достижения – это благодаря тем 41 тысячи работникам, которые работают на Брестщине, из которых более 6 тысяч – это врачи, 17 тысяч – медицинских работников. Это их праздник. Самое ценное, что есть в нашей системе. И есть возможность сказать слова благодарности от Министерства здравоохранения за их труд, за их преданность своей профессии, за мастерство и талант, за внимательное отношение к людям. И эта благодарность выражается в виде награждения более 40 медицинских работников. Бесспорно, День медицинских работников – особенный праздник. Это событие – хороший повод произнести слова благодарности людям, которые выбрали такую трудную и ответственную, но очень почетную, необходимую всем профессию – оберегать жизнь и здоровье не только взрослых людей, но и тех, кто только появился на свет. Доктора роддома – это особые доктора. Это, наверное, особое призвание, потому что это наиболее сложная работа, это ответственность вдвойне, это ответственность не только за жизнь женщины, но и за жизнь ее будущего ребенка. Врачи родильных домов, как правило, как приходят на свое рабочее место, так практически 99% остаются там работать. Работа в роддоме – это наиболее, наверное, самая тяжелая работа, поэтому это, скорее всего, даже, наверное, призвание. Стать врачом дано не каждому. Далеко не каждый выберет эту тяжелейшую профессию, посвятит всю свою жизнь тому, чтобы лечить людей. Этому надо отдавать душу и быть верным клятве Гиппократа, которую каждый врач дает, завершая учебное заведение.